Может быть, ты сам спустишься и сыграешь, чувак? Наум Балдони, очень уверенный мужчина, выкрикивал подсказки бельгийской теннисистки Ким Клейстерс. Бывшая первая ракетка мира не стала бояться и говорила: «А ну-ка, давай, тащи свою задницу и выходи на корт». Но вот маленький непорядок. На Умблдоне есть традиция. Все должны играть в белом. И даже здесь мужик не дал заднюю. Пока все еле сдерживали ржач, Ким все-таки опробовала свою силовую подачу в тело, и дядя даже умудрился разочек принять подачу. Чуть-чуть поржали, пришло время расходиться, и, конечно же, не обошлось без фото на память. Ну, а мне вспомнилась история Виктора Троицки здесь же на Уимблдоне, но в отличие от этого дяди, серб воспользовался советом и выиграл очко.